Ветераны-труженики тыла, дети войны и блокадники. На митинге они самые почетные гости. В память о тех, кто не дожил до победы. И с сегодняшнего дня минута молчания. Глава Димитровграда открыл памятный митинг. Детям скажите об этом, чтобы помнили. Детям детей скажите об этом, чтобы помнили. И мы об этом, об этой победе должны помнить и передавать из поколения в поколение. Я поздравляю вас еще раз с этим замечательным праздником. Счастья, здоровья, благополучия вам. С Днем Победы! Воспоминания о страшных днях войны, о том, как ковалась великая победа, о том, какой ценой она досталась нашим солдатам. Об этом со слезами на глазах рассказывали ветераны. Они и сейчас переживают за будущее нашей страны. Я могу сказать только лишь, что очень душа болит, а сердце плачет. Очень, понимаете, больно за то, что так тяжело нам досталась победа, и вот сейчас все это стирают. Снова появился фашизм. Это, ребята, ваши сейчас дела. Надо все приложить, чтобы избежать. День Великой Победы объединил всех. И старый млад, сотни горожан собрались вечером на площади Советов, чтобы зажечь свечи в память о погибших воинах и увидеть праздничный победный салют. Татьяна Балунева, Константин Белов. Новости Димитровграда.